Всем-всем наидобрейшего денечка. Я вам уже показывала, в фикс-прайсе купила шары новогодние, надувные, фольгированные, по 59 рублей, и они очень большого размера. Щелкунчик 80 на 33, пингвин 43 на 31, сапожок с подарками 63 на 40, Дедушка Мороз едет в машинке с елкой 37 на 50 сантиметров, снеговик 70 на 41 и вот такая избушка 45 на 50. Сейчас я их все надую и покажу вам, как они выглядят вживую. Я думаю, что будет очень клевенько. Ну, вот такие вот шарики фольгированные, то есть, и забыла еще сказать, что к каждому шарику идет вот такая трубочка, и через нее очень легко надувать. То есть, вставляем шарик и дуем, 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 дуем. Ну, и вот сейчас вот видно наглядно, что все шары такие большие. Шейхунь, смотри, какой пингвин большой. Так, что у нас тут? Пингвин, сапожок. Вот тоже гигантский такой. Машинка. Но все выглядят очень хорошо. То есть это цвета яркие, насыщенные. Тусклых никаких нет. Так, дальше у нас тут избушка. Вот, с этими, с карамельными палочками. То есть со всякой такой. Вверху типа карамелька. Так, дальше у нас снеговик. Вот тоже большой-большой снеговик. Двухсторонние они все. То есть, что с одной стороны, то и с другой стороны. То есть, повесить, если даже у вас будет крутиться, вертеться, с обоих сторон будет красочно. Я сейчас пока по одному только надула. У меня их некоторых по два, а некоторых по три. Ну и самый здоровый, это вот... Я его щелкунчиком назвала, но больше он как-то на гусара похож. Вот он аж 80 сантиметров. То есть, он прям вообще большой. Буси. Да, у нас буси не любят шарики. Вот, можете посмотреть по размеру. С псами. Ой, Ляля бежит. Ляля любопытно, да? Нет, передумала, скажет. А, Шейхунь изучает, да? Что, ты весь уже в новогоднем настроении золотой? А? Ну, в общем, шарики я советую. Цена отличная. И сразу же прям такой большой комплект украшений, можно сказать. Сразу же комната у вас засветится, засверкает. Но нам нужно сейчас придумать, куда это все повесить. Всех с наступающим. И отличных вам приготовлений к Новому году!